Все, друзья, прощаемся мы с нашим отелем. Вернулись мы в него, чтобы забрать наши вещи. Сейчас нам марш-бросок с нашими шмотками, а они довольно громоздкие, тяжелые, до вокзала, и мы покидаем Ригу. Сейчас я дам ей сыр. Будет ли сыр есть? Так ты не дергайся. Сейчас только он поналетит. Не укуси меня. Не укусит, не очкуй. Дай вон кому-нибудь маленькому и уходи теперь, а то сейчас понабегут. Друзья, автовокзал находится прямо в центре города, прямо около рынка, пяти этих знаменитых зданий, где хранились ранее дирижабли. Вот такой вокзал, на таком автобусе мы поедем к Клайпеду. Небольшими подсчетами мы определили, что дешевле путешествовать на мотоцикле, чем ездить на автобусе. Смотрите, стоимость билета 21 евро до Клайпеда, это 300 километров. Если мы едем вдвоем, то получается 42 евро. То есть, если ты едешь один, путешествуешь, у тебя ничего нет, и только сумка, то, конечно, выгоднее тебе ездить на автобусе. Но если мы ездим вдвоем, то выгоднее ездить на мотоцикле, либо на машине малообъемную, которой есть не так уж много. Так как, если посчитать 300 километров, стоит 21 евро. Если ты едешь на машине, то при расходе 6 литров ты потратишь также 21 евро. Но ты можешь посадить туда 2-3 человека. Соответственно, еще даже подзаработать, если наймешь и найдешь людей через BlaBlaCar. Но, если учесть, что тебе еще надо купить мотоцикл, а еще тебе надо что-то еще сделать там в плане экипировки, все, то, конечно, когда ты задумаешься, как же дешевле путешествовать вообще по всему миру, проще взять рюкзак и рвать на автобусы, на самолете. Это будет в разы дешевле, чем купить мотоцикл, на нем доехать. Или на машине. Оказывается, у нас маршрутка. Лежит, ты готова? Да. 4,5 часа. Юху! Висели. Вот нам круто. Шлема никуда не помещается, поэтому приходится в ногах. И, конечно, веселье безудержное. Все же у нас есть проблема с архитектурой. Что-то все такое серое, да, унылое. Красок не хватает нам. Туалеты уже в Литве платные. Смотрите, на автовокзале за 40 центов ты можешь зайти в туалет. Ну, кстати, можно сэкономить и зайти сразу два человека, как мы сделали. Ну, можно взвеситься, посмотреть свой рост. А если хочешь сэкономить и в туалет не входить, платные, можешь просто подождать, пока кто-то выйдет. То же самое система. С одной стороны, даже легче, чем у нас, потому что у нас сидит кассир. Ну что, друзья, мы прибыли. Мы в Клайпеде, и тут, где мой мотоцикл. Я очень волнуюсь. Завтра мы его увидим. А теперь знакомьтесь с моим подписчиком. Эгидиус. Который нас примет сегодня, и это очень здорово. Доброе утро, друзья! Новый день, новые приключения. Мы продолжаем к чему-то готовиться. В общем, погода у нас не радует. Ну, радует нас кофе. Так что с добрым утром. Так волнительно, друзья. Сегодня все же забирается мотоцикл. И непонятно, есть страхи. Будет ли какой-то там коцка на нем. Будут ли какие-то проблемы с возом этого мотоцикла. В общем, сегодня настолько день X, что даже сегодня плохо спал. Все волновался, потом погода это. В общем, сегодня будет интересно. Так что не переключаемся, ставим лайк. Готовим наш скафандр к вылету. Потому что надо будет сейчас забирать мотоцикл. Естественно, ехать обратно. Поэтому смотрим необходимые детали. Что нам надо. Ну, так, это лилины ботинки. В общем, сейчас перекладываем наши все шмотки. Собираем комплект одежды. Ох, мотоэкипировка. Риберхорн, пришло твое время. Погода, друзья, просто шепчет, ах. Так, смотрите, вон домик есть. На сваях, если затопят, можно, по крайней мере, там переночевать. Вот такой дом. Прикольный. О, это же обогреватель воды, кстати. Летнего характера. Знаете, вот когда солнце, ультрафиолет греет трубы. Лиля, он собирается уже одевать дождевик. Сейчас я заберу мотоцикл.
доеду сюда, упакуем вещи и, возможно, сегодня поедем в Каунас. 200 километров ехать. По-другому и вообще погодные условия в ближайшее время меняться не будут, поэтому нам надо стараться как можно быстрее уезжать в лето. Погода шепчет. Это все вообще вот так, когда тебя собирают и дают определенное напряжение, потому что плохая погода, холодно. Мотоцикл еще не забрал. В общем, нервы не держат, немного напряжения есть. Ты напрягаешься? Ты напрягаешься? Нет. Ну, кажется, все делаем все. Я не парю, да, меня чуть-чуть немножко запаривает погода, потому что, ах, опять же, волнуешься, то, что все ли будет с мотоциклом, все ли там хорошо, ничего не поломали, как он сейчас выездные документы сделает, страховку надо сделать. Друзья, вы знали, что кто-то, может, знает, кто-то нет, около Клайпеды есть место туристическое, это называется Паланга, то есть курорт. Здесь ты можешь покупаться в Балтийском море. Правда, Балтика не согревается больше, чем, наверное, 18 градусов. Такое довольно ледяное, бодрящее море. Ты можешь позагорать, покупаться. Быстренько так зашел, прыгнул. Так в итоге ты купаешься здесь? Нет. Мы ездим на юга. И вот мы говорим прикольно о том, что очень люди, многие любят и ценят, и ездят в Палангу. Белорусы, которые живут все же поближе. Есть москвичи, которые ездят в Палангу. И на самом деле, как бы... Хорошие? Хорошие? Я там не была, но там тепло. Ну, говорят, но говорят хорошие. Вот, ну, видишь, как местные описывают это и говорят, что мы туда не ездим. Но люди очень многие говорят, Паланга есть Паланга. Значит, надо ехать в Палангу. Не знаю, были ли вы или нет, пишите в комментариях ваше мнение касательно Паланги. Я не был там. Но в такую погоду что-то на курорт пока не хочется. Хрущевки также имеются. Когда такая погода, так сразу все уныло. Вот почему они не красят их? Вот были бы сейчас они какого зеленого, салатового цвета, желтого, сразу бы так настроение и улучшилось. Мотоциклы мотоциклами, а завтрак по расписанию, друзья. Ах, шаурма, вы не представляете, какая она вкусная. Мы добрались к порту, где-то здесь уже стоит мой выстромчик, мерзнет. Так, а нам надо куда? В общем, экспедиция, друзья, под угрозой. Короче, кто-то там что-то напортачил, как обычно, и поставили мне штамп в тайтл на экспорт. А этот мотоцикл зарегистрирован на меня, мне это вообще не надо было это делать. Теперь они мне говорят, как ты будешь, там, типа, залог, ну что-то вообще, что-то какая-то муть. Я по-другому не скажу. Они не могут просто так мне отдать. И у меня сейчас красуется огромнейшая печать на моем тайтле на экспорт. Что мне не нужно было. Ладно, экспорт нужен. С одной стороны, если я захочу возить его в Белоруссию, он как бы мне этот нужна печать. Но сейчас она мне не нужна. Чтобы сейчас не получилось так, что мне скажут, едь только на нем в Белоруссию и ставь его на учет. А это растамаживать. Тебя сопровождать не будут куда-то до Беларуси. Да тут ни хрен поймешь. То есть они мне дадут коридор, например, по Европе, например, 15 дней и все. Понимаешь? Вот это будет туда жопа. В общем, ситуация такова, что на мой тайтл поставили экспорт штамп. Из-за этого сейчас у таможни возникли проблемы, вопросы, почему вам на экспорт, если у вас есть права, потому, ну, так как мотоцикл зафиксирован на вас, почему экспорт? То есть экспорт это типа аннулирование моего номера и регистрации. То есть какая-то вообще фигня получилась. Почему-то мне налепили всем штампы. И сейчас вот мы с таможней разрешаем этот вопрос. Ну что, вроде все. Лед тронулся, вроде мне дают временный ввоз. Сейчас мы идем уже на проверку мотоцикла и номера. Ух, волнительно. А дождь все идет, идет. Контейнеровозы мощные. Ого, сколько их. То есть получается, я когда сейчас буду выезжать и все, вот это он что-то может открыть, проверить, да? Ух ты, какой дом на колесах сложило его, ни хрена себе. Вон он мой в пленке стоит, самый замотанный. Это? Да. Ю-ху! Так. Ну. Там в пленке его, да? Да. Ну, я перематывал прямо там сразу.
Балтик Автошиппинг. Ну, так-то с виду все целое. Ну вот он, красавец мой. Сколько мотоциклов. Все отлично, вроде все цел. Сейчас будем заводить, проверять. Так волнительно. А вот так приходят мотоциклы, видите, и машины. Хрен еще порвешь ее. Отлетивайся. Эмоции через край просто рвут. Наконец-то. Кофры. Главное, что кофры целые. Так, сейчас мы попробуем не распаковывать его до конца. Все, и хрен с ним. Глушителя. А это пусть, чтобы не открыли. А то мне сказали, что сейчас надо что-то растамаживать. Берите веревки какие-то. Здесь. Так, наши плюсы. Разматываем изоленту. Работает! Работает! Проверка давления. Проверка уровня масла. Охлаждающую жидкость мы не проверим. Визуальный осмотр. Тормоза. Глушитель. Проверка давления. Супер! Пальцем. Цепь. Сука! Это ж прекрасно. Ну, заводим. Юху, мы едем. Вот эта сила, смотрите, какая. Вау. Мощь. Юху, друзья, мы за рулем моего байка. Йоу, мы можем ехать теперь куда хотим. О, электроника, смотрите, работает. Смотрите как. Моя старушка. Я? Ну ты такая в платочке. Самое интересное, ты начала не с тех кофр, ну неважно. Главное, центральный наш кофр, потому что в ней находится самое важное. Мой мотоцикл! Сейчас мы идем делать страховку. 150 евро стоило оформление документов на ввоз мотоцикла. Это до хрена. Наш друг из Литвы, который понимает литовский, что второй мужчина, который нам все это оформлял, сказал: а почему ты взял так мало? Надо было взять побольше. Ну. И он говорит: ну что с него взять? Та-та-дам, та-там! Ты довольна? Я счастлива. У-ху! Мотик здесь. Дороговато, дороговато, но ничего. Полдня, да, потратили? Уже 4 часа, столько времени. Мучаем тебя. Так, сейчас переодеваться, друзья. Ну, что скажешь? Нашел кармашек. Еще в куртке-то хорошо, можно что-то всего найти. В общем, я, друзья, готов. И готов, и просто готов. Поехали, делаем страховку и рвем. Пока очень жарко, на самом деле оделся. Так что погнали. Красавчики? Да. Ну тогда поехали. Максик, вопрос. А бензин американский? Дешевый, халявный. Легендарное место, смотрите, памятник поставленный путешественнику. Я сам путешественник, то есть чуть-чуть к этому принадлежу. Поэтому вот здесь мы начнем наше с вами путешествие по Европе на мотоцикле. Юху! Подожди, я хочу спросить, а что это за памятник такой у жителя Клайпеды? Настоящий путешественник, он начало 20 века объехал вокруг Балтийского моря и после поехал в Индию. Это было 20 века. Вот так вот человек проехал до Индии вот на этом мотоцикле в 20-х годах. Па-бам! А теперь старый город Каунаса.
Кстати, брусчатка очень тяжелый элемент. Имейте в виду, в дождливую погоду или в холодный период очень тяжело по ней ехать. Они должны теперь мне за это дать гражданство. Я выговорила их площадь. Так, что это? Центральная площадь получается, да? А, да? И что получается, в Литве больше празднуют Новый год или Рождество? На Рождество. На Рождество, да? Так, это какие-то старые у нас строения, да? То есть это все, это центр старого города? Ну да. Угу. Так, рассказывай что-нибудь про свой город. Ну вот, это знаменитый балкон. Так, о, это Гитлер отсюда вещал, да? Вау, круто, вы представляете, мы находимся там, где когда-то был Гитлер. Это, ну, все же, знаете, историческое место. Круто, здесь водопадик, смотрите, как аккуратненько, это культурненько все сделано. Представляете, когда-то das ist fantastisch. Больше я не знаю ничего по-немецки. А, Хандехок. Еще вот я знаю, что. Друзья, всегда правильно формулируйте свои желания вселенной. Вот я хотела на море, мы добрались до моря, но оно немного не то. Да, Балтийское море. Как там? Паланга – это паланга. Паланга, да, есть паланга. Паланга, да, и все. Друзья, я очень доволен, что у меня есть мой мотоцикл. Напомню, смотрите, я заплатил 150 евро за ввоз. Это оформление, выгрузку мотоцикла. Дороговато, согласен. 65 евро за страховку на 3 месяца. Кстати, рассчитывал, что будет страховка еще на Албанию, на Турцию. Но, к сожалению, если я не член Евросоюза, я не могу ее сделать здесь. Поэтому мы сделали на 3 месяца, так как мы собираемся выехать и въехать. Сейчас мы гуляем по Клайпедис. Наконец-то почти закончился дождь. И это просто, друзья, прекрасно. Мой мотоцикл здесь, он на ходу, он не повредился, ничего не украли. Я за это очень волновался. Сейчас нам остается решить с Лили, куда же мы поедем дальше. В Каунус, в Вильнюс. На море. На море однозначно мы поедем. Либо паромом через Германию. Но об этом вы узнаете чуть позже. А сейчас насладитесь Клайпедой. Юху! Смотрите, яхточки. Вот там, смотрите, одна похорошая стоит. Свеженькая. У нас попроще. Это все, скорее всего... А слушай, а это тоже замерзает, этот залив? Или нет? У меня только один вопрос. Что в горе? А это, оказывается, строение. Это было когда-то что? Оборонительное? Ну, замок. Замок. А сейчас, кстати, вот это все было разрушено. А было бы классно, если бы они сделали не замок, а какой-нибудь торгово-развлекательный, может быть, центр. Сейчас эти хейтеры начнут. История. Теперь бывают концерты всякие. Не, ну круто. А сейчас отели, отели. Вот представь, Лили, мы могли сюда прийти на своей лодке. Какой высокий отель. Небоскреб, да? Old Me. Что такое Old Me? О, Old Mill. Значит, старая мельница. Ага. Какая прекрасная. Кстати, вот я знаю английский. Но мы не увидим здесь сейчас море, да? То есть это все будет только залив. Куршский. Да, но могу повезти к морю. Угу. Я думаю, будет видно. Это интересный мост. Он поворачивается. А, поворотный, ну прикольно. Да, вижу механизм. Угу. Сейчас мы пройдем. Это чтобы лодки заходили. Круто. Да, столько лет ему. Ребята, Клайпеда раньше была немецкая, чтобы вы понимали. Это вот здесь. Это механизм поворотный? Да, это все. Вытаскивается, да? Здесь, валюты, и каждый день работает так. Ничего себе. Мне напоминает, это немного пицца.
Раз и развелись. Вот есть только расписание, когда закроют, откроют. Угу, круто. Круто, круто. Так, тут клуб яхты. О, ничего себе. Ага. Я загляну тебе в душу. На самом деле он еще уходит вот туда, можешь показать? Да, он как будто вылазящий. Он не как будто, он вылазит из воды, когда, наверное, уровень воды поднимается, он в воде. Знаете, я сейчас подумал, что если в этой экипировке упаду, то хрен я вылезу с воды в ней. Я тебя спасу. Да. Я тебя спасу. Это, знаешь, это как моя Ева-собака. Это как Ева моя, иногда прыгает тоже в воду, чтобы меня спасти. Ну, понимаешь, это только пок, поплавок. Макс, а ты не хочешь снимать еще на телефон, чтобы было что выложить в инстаграм? Конечно. Ребята, кто не подписан на мой инстаграм, обязательно подписывайтесь, потому что там самые последние свежие новости. А это значит паром на Куршскую, да? Это Куршская коса. Да. А как она по-литовски называется? Куршинерия, або Куршинерингос Йоста. Так, моя дочь Неринга. Это коса. Имя. Да, это национальный парк. Он, по этой косе вы можете въехать в Россию. Там очень красивые места. Во-первых, песчаные дюны. А второе, там есть танцующий лес. Посмотрите обязательно, кто находится со стороны Клайпеды или приезжает в гости, или со стороны Калининграда, потому что очень красивое место. Я реально там был, видел. И скажу вам, круто. Кстати, сейчас идет он такой, видите, корабль. Видите, у него возвышаются какие-то вышки. Эти вышки уходят вниз. И таким образом корабль становится как на мель. И может он на краны поднимать, делать все, что хочешь. Какие-то производить работы. Что плохо, конечно, к зиме. Помимо того, что это зима. Плохо то, что темнеет. 16:50 уже темнеет. Мы думали сегодня выскочить в Камнус. Опять же, мы сомневаемся. Может, надо на пароме за 140 евро двигать все же в Германию, но тогда мы не увидим Мюнхен, замки, но можем попасть и встрять в очень серьезную погоду. Как бы все дождливо, сейчас какой-то циклон, ну и зима. Зима близко, друзья. Ко мне! Ко мне! Ой, ты мой хороший, бежишь, бежишь, бежишь! Волосы назад. И девочка, видишь, какая, или мальчик это, мальчик, наверное, без бюстгальтера. И это без майки. Которая, это мальчик, который машет? Да, видишь. А девочка, которая ждет. Вау, у Клайпеда полегче. Мы такого не ожидали. Офигеть, вот это дура. Смотрите, какой он мощный. Серьезная тема. С деревянными мачтами, друзья. Оп, и вышел, если сильно стало жарко. Это как красиво. Клайпеда есть Клайпеда. Ранее, друзья, вот эти все дома были заброшены, и уже их отреставрировали для туристов. Вот этим людям, которые это сделали, наверное, не знаю, кто это делал, не знаю, но им надо сказать большое спасибо. Клайпеда выглядит не просто красиво, она выглядит четко. Вот это, друзья, силища. Вы представляете, когда-то он ходил, бороздил просторы морей и океанов. Смотрите, какая команда. Свистать всех наверх! Это красота. Здесь очень приятно, друзья. Я не ожидал, что Клайпеда такая интересная. Уже, наверное, я повторяюсь. Вот так можно сюда зайти. Вообще, это вроде как кафе. Охренеть. Если судно стоит на воде, по правилам, блин, дерево, вообще красота. По правилам, то должен быть здесь капитан. Может быть формально, но он должен. Ух, какие ванты. Ванты, Вася! Это у нас, друзья, корма. Здесь у нас есть лодка. И он у нас считается трехмачтовый. Я даже не знаю, как обозначение. Три мачты. Но ранее когда-то ходил, парусов мы не видим, конечно. Представляете, наверх надо было залезть. Ого.
Так, тут так нормально, уровень такой. Вот это да. Красота-то какая. Так что теперь вы знаете, что в Клайпеде можно сходить. Вот такой крутой ресторанчик. Не дешево, но зато красиво. Корабль уже не ходит, но может, в случае чего. Ну что, ребята, мы узнали, что средняя стоимость однокомнатной квартиры в покупке в Клайпеде стоит порядка 50 тысяч евро. 50 тысяч? Да. Ничего себе, я только это сам узнал. Коммунальные сколько здесь? Не знаю, человек не знает. Вот, хорошо живут. Хорошо живут. Но если рассказать вам, сколько мы оформляли мой мотоцикл, учитывая, что эту бумажку там можно было просто заполнить, пойти к таможеннику, сверка, мы потратили сколько? Почти 5 часов. Да. На самом очень деле, много, скажем, бюрократия много. Такая неспешно люди и делали. И дело даже не в таможне. Кстати, таможня литовская сработала, ну, очень быстро и профессионально. Это компания. А как раз компания, которая принимала твой мотоцикл, оказалась... А город, я жду, да. Тебе вот хочется уже такую, знаете, песенку новогоднюю. Вот так вот, чтобы у нас елёночка там где-то, и олень мимо проскакал, и Дедушка Мороз. Пять минут. Осталось нам немного. Нет. Не так? Песня не та. Не подошла. Перемотали. Так, мы, по идее, вышли к морю и должны что-то видеть, но... У погоды нет плохой погоды, друзья. Вся погода очень хороша. С ночным видением вы тоже ничего не видите. Ю-ху! Водичка! Лиля, ты добралась? Я на море. Вообще у моря есть такой вот определенный тембр шума, который впадает раз и навсегда в сердце и больше никогда оттуда не выпадает. Зато слышно, как я счастлива и рада.